Обычно я читаю тренинги. Что получится, то получится. Молодец. Я видеть вас здесь очень рада. И где-то около 7 минут приятно мне, что вы, Майя, мое сердце, моего готовы слушать труд. Не всем дано ярко любить и ненавидеть. Не каждому дано сказать, мол, я поэт. И я сейчас хочу не только лица видеть, хочу сердца и души лицезреть. А для того пожаром и печалью я буду выжигать слова любви и буду говорить со страстью, с которой вы, как я, конечно, рождены. Ну, я подготовила несколько стихотворений для этого замечательного дня. И так как сегодняшняя встреча посвящена ушедшим, у меня будет два стиха, но это будет в конце ушедшему близкому человеку, который, конечно же, поэт, и который, конечно же, поэт совершенно неизвестный, и, кажется, даже не написавший более двух стихов, но тем не менее. И еще вначале я хочу о поэтах, которых всех мы знаем, я выбирала стих. Ну, у меня вообще есть мечта, так скажу, спеть песню, возможно, вы ее знаете. «Сыпка, Моника, скука, скука». Ну, это «Пей со мной, паршивая сука», наверное, знаете. Это стих Есенина, пока что я еще не так чудесно пою, как замечательная девушка здесь, и еще научилась играть на гитаре, поэтому я просто прочитаю стихи Есенина, которые мне очень нравятся. И я надеюсь, что вам тоже нравится. Надеюсь, что я слова не забуду, если что-то перевру, то никто не может простить. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, перстень счастья, ищущий во мгле. Эту жизнь живу я словно кстати, заодно с другими на земле. И тебя целую по привычке, потому что многих целовал. И как будто зажигая спички, говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки, а в уме всегда одно и то же. Если тронуть страстью в человеке, то, конечно, правду не найдешь. Оттого душе моей не жестко, не желать, не требовать огня. Ты, моя ходячая березка, создана для многих и меня. Но всегда ища себе родную, и томясь не ласковым плену, я тебе нисколько не ревную, я тебе нисколько не кляну. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. И тебя любил я, только кстати, заодно со всеми на земле. Ну, я, теперь я немножко развеселю вас своей грустной лирикой любовной. Вот она такая вот. Ну, а, кстати, в тему очень подходит, что ну, так вот. В тему ушедшего, любовь ушедшего. Я смотрела в его глаза. Глубина захватила все мысли. Ночи, день, все смешалось во мне. Прошлый год разлетелся на числа. Как-то быстро прошла зима, суматохи и жажды дел. Я скрывала, что надо бы сказать. Я хотела, чтобы сам разглядел. Я смотрела в его глаза. Мягкий свет темноту разбавлял. Был так сложен, простой разговор. Даже голос немного дрожал. Я смотрела в его глаза. Не могла я никак понять, почему ради пары встреч я готова полжизни отдать. Почему в этот теплый вечер я смотрю, теряю дар речи? Почему я так рада ему? Почему? Почему? Почему?